Цунцелики, видать, услышал наши и посмотрел, видать, наши ему доложили, видать, видео то, что все творится. Скоро дым придет в Москву, и его застанет врасплох там дым наш ядовитый. И вот Путин уже объявляет, то есть не объявляет, а звонит главе сегодня. И, в общем, там это самое. Но вы не думайте, что там все это, как бы, это же дело затянулось. Третий месяц пошел. 2 месяца, июнь-июль. И сейчас август пошел. 2,5 месяца. Вот, почти 8 миллионов гектаров, говорят, там уже это приближается. Так что, ребята, здесь уже военную технику пригнали они. И это самое, тут уже и ЧС объявили они, и вот спохватились, в общем, там. То, что, скорее всего, из-за дыма. А если бы горело бы, и горело бы, видать. А то, что дым уже перекинулся на города, там Екатеринбург, Норильск, Красноярск, там везде этот мир, этот дым пошел. И в мире пошел, и в Канаду, и в Америку. Вот они этого испугались, что люди недовольны перед выборами. Дым, и вот они начали это самое, гасить это все. Ну, посмотрим, что они тут, то это самое. Тут жара сейчас начинается конкретно в Якутии. Жара, блин, жара будет для них сейчас. И населенные пункты сейчас в опасности. Очень много там населенных пунктов. Людей эвакуируют. И так что все только, видать, это самое. Все они затянули так, что и вообще там катастрофа скоро выйдет. Так, срочные новости. Вот с аудио Чорапчи пришло. Началась эвакуация населения села Мельджеси в село Дерин. В общем, тут пожар на расстоянии 3 километров подошел. И, в общем, там эвакуация уже началась. 50 человек где-то примерно. И вот у Солданского у районе тоже вот верховой пожар начался. Батай, там дело идет. И, в общем, село. И Намцах там этот сильный пожар пошел, и там голова вроде вылетел тоже. В общем, здесь и возле реки Лена тоже, это самого с теплохода даже смотрят туристы, и вот которые отдыхают на теплоходе. И какой здесь отдых-то? Все в дыму, все это самое. В пожарах, блин. Все полностью, Якутия вся горит полностью. Так что максимальный репост делайте. Везде там все, в соцсети, везде там бейте набат. Так что здесь жара сейчас будет конкретная, и погода, ни дождя, ничего нету, 30 градусов, и здесь жара конкретно сейчас будет скоро. Так что бейте в набат, там делитесь видео постоянно, и это подписывайтесь, смотрите за новостями. Страшно, где, бля. Да ну на. Бля, куль хай я нарад. Да, бля. Yeah.
битте. Тет, тет мені де гігру гайдай, де барды. Вот так істе кулал. Костевет. Лена. И пожары, и пути. Прям по деревьям Лена. Так вот. Такие вот у нас пожары. Жесткие. О, как много огня-то вообще, жесть горит. Горит, Якутия горит, моя любимая. И галки какие-то, видимо, пожарка приехала, тушить будут. Вот свежий очаг только разгорелся. Что там за машина интересная? Так, пожарка, да? Ага. Пожарка приехала. Ой, страшно. С вот. Какой скоростью, смотри, идет? Ё-моё. Ой, да. Да. Там, блядь... Пшикал, говорит, да, да. Что-то, двумя трамплями потушить можно, да? Ну, сейчас только что зеленое было. Вот это катастрофа, да. Ну. Все. Ой, блядь. А вроде бы зеленое, да? Да, вроде зеленое было. Головешки летают такие. Вот. Горячие летят. Вот. О, вот, 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 вот. Сейчас и на эту сторону падать начнут. Смотри там. Смотреть, блядь. А хули ты смотреть, блядь? За всей территорией смотришь, блядь. Ёлки-палки, блядь. Моментально смотри, да? Ну. О. Еще не остается. Одни. Ух ты, ух ты. О, еще вихрь. О, дух огня разлетается, ага. Да? Ну, о! О, смотри, смотри, что делается. Все, смотри, ага. Что осталось вот здесь. Вот. Вся это умрет, сухостой. Смотри, вот, головешка, вот, смотри, не дожила. О, вообще, да? Да. Вот она прыгнула. Считай, сколько лет? Метров 70, наверное, угу. От огня. Ну, все, как загорело. Ты смотри, на эту сторону не перекинул? Нет. Нет, туда ветер, как видишь, туда, слава богу, дует. Да. Да. Секунды делов, да? Ну.